9 июля в пруду на улице Новоселов спасатели аварийно-спасательной службы города Рязани на протяжении нескольких часов вылавливали мертвых рыб. На следующий день в редакцию нашей телекомпании обратился Виктор Плешенков для того, чтобы пролить свет на это происшествие. По его словам, причиной массового мора рыбы в пруду являются канализационные воды, которые на протяжении последних 5 лет попадают в этот водоем. Виктор Плешенков сообщил, что 3 недели назад происходил наиболее активный слив канализационных вод. Вода имела неприятный запах и была желтого цвета. Особенно ветер, когда был северо-западный, вообще дышать было нечем. Сейчас прекратилось, течет просто вода. Но все это, все вот эти отходы идут в тот большой пруд. Сначала погиб пруд вот здесь, улица Зубковая, 30. Маленький прудик переходной. И вчера добралось до большого пруда. От места прорыва канализационная вода протекает через несколько водоемов и только потом добирается до конечной точки своего маршрута – Большой пруд на улице Новоселов. Канализационные воды стекают в этот колодец и попадают в водоем, который находится в 100 метрах. Виктор Плешенков утверждает, что наиболее объективной причиной массового мора обитателей пруда являются канализационные воды. Я считаю, что только виновата канализация. Здесь нет предприятий, здесь только жилые дома. Не могло ничего больше столько попасть. Виктор Плешенков уже год назад писал жалобы в различные ведомства относительно канализации, стекающей в водоем. Спустя несколько дней ему сообщили, что эксперты проводили анализ воды в пруду и ничего не обнаружили. В начале этого лета он обращался в водоканал города Рязани, но ему там ответили, что данная проблема не входит в сферу их обязанностей. С данной проблемой Виктор Плешенков борется на протяжении 5 лет и надеется на скорейшее разрешение данной ситуации. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».